Эй, ты! Не спишь? Ты нарушитель границы, так? Надо ж тебе было налететь прямо на имперскую засаду. Они и нас поймали, и ворюгу этого. Проклятые братья Бури! В Скайриме было тихо, пока вас сюда не принесло. И империи ни до чего дела не было. Если бы они вас не искали, я бы сейчас украл вон ту лошадь и рванул в Хаммерфелд. Эй, ты! Нам с тобой здесь не место! Это за братьями Бури империя охотится. Мы сейчас все братья и сестры по судьбе, ворюга. А ну все заткнулись! А с ним-то что не то, а? Попридержи язык. Перед тобой Ульфрик Буревестник, истинный король Скайрима. Ульфрик? Ярл Винхельма? Но ты же вожак восстания. Если тебя схватили... О, боги, куда нас везут? Я не знаю, куда нас везут, но... Савнгард ждет. Не, не может быть. Я сплю, я сплю. Эй, Конокрад, а ты из какой деревни? Тебе-то что? Последние мысли Норда всегда должны быть о доме. Рорикстед! Я из Рорикстеда! Здравия желаю, генерал! Палач уже ждет! Хорошо, покончим с этим. Шо? Мар, Тибела, Кинарет, Акатош! Тони, пожалуйста, помогите мне! Смотри-ка, генерал Тулий, военный наместник. А с ним, похоже, талмарцы, проклятые эльфы. Наверняка это все они подстроили. Это Хелген. Был я как-то влюблен в одну девчонку из этих краев. Интересно, Вилот еще варит мед с можжевеловыми ягодами? Когда я был мальцом, мне казалось, что нет ничего безопаснее имперских крепостей. Домой живо. Да, папа. Уходите из полос! Живее! Почему мы остановились? А ты как думаешь? Приехали. Пошли. Не будем заставлять богов дожидаться. Нет, постойте. Мы не повстанцы. Прими смерть с достоинством, Борн. Скажи им правду! Мы не с тобой! Это ошибка! Когда вызовем, делайте шаг вперед. По одному. Ох, и любят имперцы все делать по списку. Фрик-буревестник Ярл Виндхельма. Я горжусь тем, что служил тебе, Ярл Ульфрик. Ралов из Ривервуда. Локер из Рорикстеда. Нет, я не мятежник! Вы не имеете права! Стой! Я вам не дам! Лучники! Кто еще хочет поспорить? Постойте-ка. Эй, ты! Шаг вперед! А кто ты?
еще один беженец. Боги и правда отвернулись от вашего народа, темный эльф. Капитан, что с ним делать? Его нет в списке. Бездну список. Давай его на плаху. Как прикажете, капитан. Мне очень жаль. Мы вернем твои останки в Моровинд. Иди за капитаном. Ульфрик Буревестник. Здесь, в Хелгене, тебя кто-то зовет героем. Но герой не станет использовать дар голоса, чтобы убить короля и узурпировать трон. Вы начали эту войну и погрузили Скайрим в хаос. А теперь Империя воздаст вам по заслугам и восстановит мир. Что это было? Ничего. Продолжай. Да, генерал Тулей. Подготовь их в последний путь. Ныне же вверяем мы души ваши Этериусу. И да прибудет... Во имя Талоса Могучего заткнись и давай к делу. Ибо вы ей, как скажете... Я что, все утро ждать буду? Мои предки улыбаются, глядя на меня, имперцы. А ваши улыбаются вам? Имперские ублюдки! По делам! Смерть братьям Бури! Жил без страха и умер без страха. Дальше, темный эльф! Опять то же самое. Слышите? Следующий, говорю! Иди к плахе. Твоя очередь. Держись рядом со мной, если хочешь жить. Займись, мальчик. Мне нужно найти генерала Туле. Он организует оборону. Она правит тебя боги, Хан. Прижмись к стене. Thank you.
Похоже, мы единственные, кому удалось спастись. Это был дракон, никаких сомнений. Прямо как в детских сказках и легендах. Драконы — предвестники конца времен. Надо уходить. Иди сюда. Посмотрим, не смогу ли я разрезать путы. Эти путы сами собой не разрежутся. Ну вот, можешь взять вещи Гуннера, они ему больше не понадобятся. Надевай броню и опробуй топор. Пойду поищу, как нам выбраться отсюда. Тут заперто. Сейчас гляну, что с тем входом. Проклятие! С этой стороны не открыть.
что унесешь, но не задерживайся. Готово? Тогда пошли. Тролль, слышишь? Пошли! Шора, мы опоздали. Будь прав. Это имперцы. Погоди-ка. В этой... ветке вроде что-то есть. Закрыто. Посмотри, Ник. Пришли открыть отмычкой. Золото нам понадобится, когда выберемся. Хватай все. Может пригодиться и пошли. Нам лучше держаться вместе. Был приказ дождаться генерала Туллия. Я не хочу, чтобы дракон меня сожрал! Отходи! Пойдет.
стой! Там медведица впереди, видишь? По мне, с ней лучше не связываться. Попробуем проскользнуть. Идем тихонько, осторожно, и смотри, куда ногу ставишь. Боже, это выход! Я знал, что мы выберемся. Постой! Ну вот. Кажется, на сей раз он совсем улетел. Никак не выяснить, уцелел ли еще кто-нибудь. Но скоро тут будет не продохнуть от имперцев. Лучше убраться подальше. Моя сестра Гердур держит лесопилку в Риверву. Дальше, по дороге. Уверен, она тебе поможет. Думаю, нам нужно разделиться. Удачи тебе. Если бы не твоя помощь, я бы не выбрался.